И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем за воином. Прошлой серии воин пал, как бы то ни было. Соответственно, да, видос еще не выходил, я без понятия, что с ними делать. И, собственно, посмотрел видосы, кого, что, как. И да, мне напомнили в видосах, что в Супимере... Все примеры. Есть охотники. Охотники за реликвиями. ОЗР, да. Вот. И они самые такие... Если не самые лучшие, то что-то пред-пред-пред. Ну и что самое главное, там можно выбить дубину, которая будет самая топовая. И, собственно, туда мы сейчас и пойдем. Так, вот это вот возьмем. Раз уж попалась, то почему бы и нет. Сипемера. Где же она у нас находится? Так, сначала дубина есть, веревка есть. Да, мне больше-то ничего не нужно. То есть, если что, отбиваться есть чем. Даже хилки с собой взял. Так, это не здесь, это не здесь. Если останется время от серии, то пойдем вот сюда и будем смотреть, так сказать, искать другого, одного воина. Посмотрим, получится, не получится. Будет время, не будет время. Надо было, конечно, взять коня, но ладно, и пешком дойду. Уж отсюда до дома пешком я дошел. Да, мне пришлось идти пешком, потому что, ну уж извините, был перевес. Я когда пришел домой, сбросил все ресурсы, именно ресурсы, у меня был все равно перевес. То есть там я просто налутал оружки на перевес. Ну вот как-то так вот и бывает. Да. Я когда в прошлый раз сюда заходил, я не взял вот эти эмоции. Не знаю, зачем они нужны. Но есть разговор А, разговор Б, разговор В, разговор Г. И типа вот, которые вот НПЦ просто стоят, базарят, типа, и вот. Это то же самое. А, вот. Знаешь, мне что это сейчас напомнило? Вот это вот все. Как чувак бежит. И вот эти вот эмоции. GTA San Andreas. Без шуток, она мне напомнила GTA San Andreas, когда чуваки, кстати, вот эмоции берутся вот здесь-то, вот он Конан, когда чуваки просто бегут, вот это вот, и типа базарят, а сами просто бегут за тобой. Ой, прям вот это мне напомнило жестко. Здесь у нас идет винный погреб, то есть вот этот данж. Не знаю, насколько он большой, по нему попутешествуем сегодня. Здесь у нас тоже записки есть. Это, собственно, про бунтаря. Ну, вот этого. И винный погреб. Еще что-нибудь есть где-нибудь, ничего нету. Его нужно просто завалить. И с трупа уже лутануть то, что нужно. О, победить мини-босса. Отлично. Дубинка падает с шансом. Волка. Господи, прости. Дубинка падает с шансом. Как видите, мне сейчас не повезло. Поэтому выходим. То есть, благо здесь очень все близко. Прогрузки идут очень быстро. Обратно заходим. И снова приступаем к экзекуции. Снова ничего, ну и так далее. Хм, интересно. У него вот такая дубинка выпала. Естественно, эта дубинка говно. Вот, но... Да, как бы то ни было. И такое может быть. Кстати, в этот раз он без одежды. Без верхней был. О, дропнулась наконец-то. Легендарная дубиночка где-то. Я слепошарый? А, во, слепошарый. Инструмент, дубина шета, ошеломление, урон здоровья, понятное дело. То есть это вот идет легендарная дубинка. В сравнении с моей,
Во-первых, у нее и прочности больше, и оглушения больше. Ее можно улучшить, но и так она тоже неплохо. И это у меня дропнулось с... Один раз я не слутал, с 8-го раза. Вот, тоже как бы нормально. О, нифига себе, там кромешная тьма. Хау. Как неплохо факел-то освещает, смотри. Просто оп, классно. Так, ну и вот здесь уже в следующей комнате у нас находятся бойцы. Безумцы просто такие подпалили. Хорош палить, хату сгорят. Ё-моё. Во, безумец. Точнее, безумка. А! Оглушаются очень плохо. Ну-ка, давай-ка посмотрим сейчас свою дубину. Как она оглушается? Подожди. Ну, моя дубина — это прокачанная дубина. Воу! А вот и кинжалики появились. А я думал, так и будет бросаться. Так, ну пока что моя дубина все-таки получше, так как она прокачанная все-таки. Да. Отлично. Так, вот это можно выбросить. Это берем. Хватаем тебя. И... А что мы тупим? И до дома. Да, оказалось намного легче, быстрее. Ох, как ее конаёбит. Главное, что правильно не отпускать, а то под текстуры свалится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Забыл, что у меня уже теперь давным-давно здесь. Закидываем. Появляется воин. Гарфархизнахарь, да, у меня тут сидит. И... С помощью топлива заставляем работать нашего раба. После всего ставим раба в мир. Да, сфера демонического огня, короткие железные кинжалы. Что у тебя по характеристикам? 60, 50, 85. И, ну, кстати, 85 хорошо. У тебя хорошо развита живучесть. Да и сила неплохо. В целом неплохо. Но тебя я с собой сейчас пока что брать не буду. А мы вернемся обратно в этот данжик. Так вот, фигню надо выкинуть. Вернемся в данж и посмотрим, что же там вообще в целом такого. Трофей, олень. Отлично. Добрый день. Так, вернулся в пещеру. Здесь снова заспавнился пьяница. Пьянчуга. Угу. Ну, всякая фигня, это понятное дело. Кстати, сколько весишь? Единичка. Но если что, выкинется потом. Хотя, зачем она мне в целом? Отлично. Погнали. Сейчас мне они уже не нужны. Кстати, добываются они не только здесь. А вот, и в другие места есть. Помните, вот здесь вот там... в городе есть место, где... воин. Там сердце Нордхеймс, что ли, мы добывали. В общем, там тоже можно их оглушать. Давай посмотрим, что, когда, где. Что у нас в этой пещере в целом? Есть что интересное или нет чего интересного? Ну, кроме как куча воинов. Я просто смотрю, у них еще здоровье сколько? Ну, у них у всех одинаково здоровье. Угу.
как говорится, два коцеклаза, а что поделаешь. Так, отлично. Угу, я тебя слышал. Отлично. О, сундучки. Сундучки — это всегда хорошо. Сундучки — это немного халява. А, вот, нашел. 107 день после падения. Кхор потерпал неудачи. Мы думали, что нам неизвестна природа темноты, но тени, которые мы знали, были более... В общем, дневник и не более. Дневник одного из того, кто спустился в эти катакомбы. Скажем так. Ну, я так думаю. А, не, показалось. Показалось. Так, вот еще один. 97-й день. Ну, кому надо, можете на паузу поставить. Ого. Я какую-то сталь изучил. Ой, почти. Не понял. Не, не нашел в итоге, что я изучил. Так, туда мы точно пройти не можем. Никак. Потом, если не забуду, на записи надо будет посмотреть, что такое там написали мне. Что я такого нашел. И здесь у нас должен быть босяка. Босяку вроде оглушать нельзя. Воу-воу-воу, легче. Ну, я уже прокачанный. Так что тут ничему удивляться не стоит. Угу. Это что, опять сердце Нордхеймса? А, сердце героя. Тоже хорошо. Так, так. Почти добил. И вот так. Отлично. Что у нас еще здесь есть? О, там еще внизу есть что-то, кто-то. Кто-то что-то прячется. О, сундучки. Монетки. Монетки. Это хорошо. Монетки пускай будут. Что-нибудь еще видно? Ну, я не вижу. Если вы видите, это, конечно, хорошо. Но я-то не вижу. Так, карабкаться, понятное дело, нельзя. Потому что данж. Так, вот это скидываем. Это, естественно, скидываем. Итак, хлама всякого полно. Так, так, ну да, также 480. Угу, интересно, а могу я туда пройти в итоге или нет? Так. Добудем души. Это добыть, понятное дело, нельзя. Это такой же объект, как и здесь. Хм. А вот это уже интересно. Давай, к примеру, попробуем вот так. Так, вот ты. И факел, факел, фонарь. Так, нет, это не то.
кто выбрал? Пары фетра. Тоже не то. Я туплю. Че, реально что ли здесь? Нет, скверно, это редкие залежи. Тут ничего понять не могу, но мне казалось, в зеленом она. Вот, тут так же написано. Это колдовство подавляется в данной области. Вот тупой. Все-таки в желтом было. Подавляется, но это тут и я не факт, что допрыгну. Я просто сомневаюсь, что я это тут допрыгну. Но давай попробуем сделать. Наверное, размещает душу на определенном месте. Угу. Но теоретически туда попасть можно. Практически я бы не стал даже рисковать. Но напишите в комментариях, если туда можно как-то добраться. Я, конечно, почитаю. Если туда реально можно забраться, я попробую туда все шмотки скинуть. И это туда просто прыгнуть. То есть отсюда добежать и прыгнуть. Слушай, блин, ну мне прям это так сильно интересно, что я бы это прям сейчас делал. Блин, да, реально, мне это очень сильно интересно, поэтому... Так, встреч. Еще души не собрал. Да, здесь точно ничего нету. Ладно, пойду на базу сброшу все. О! Смотри, какую приколюху я нашел. Кхарская сталь. Вот именно вот это я изучил. Ах. Просто здесь у меня ее нету. Ну и как? И здесь у меня нету кхарской стали. А как, что, где? Пропитан странным экстрактом, ингредиент. Ха. Приколюха. Напишите в комментариях, если знаете, о чем это идет речь и что с этим делать. Скажем так. Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет. Взял щит, не знаю зачем. Ну, по большей части, во-первых, у меня их полно. А во-вторых, хочу проверить, если я упаду в яму, то сохранится ли, ну, все как обычно. То есть предметы, которые в инвентаре и на хотбаре, они будут сохранены. Вот, смотри, а то, что до сих пор стоит там. Вот, смотри, медаль, да? Я теперь их могу понимать. Опа, ты смотри-ка, прыгать можно. Не, ну добрый вечер. Но я теперь хочу... Ой, я теперь хочу домой. Ой, да ладно тебе вот это вот. Ладно, сам спрыгну. Чё-то я не думал, что он так далеко прыгает. Что? Да ты домой вернусь легко. А кто знал? Кто знал? Зато инвентарь почистил. Да, и кстати, да, веточка, которая лежала в инвентаре, я ее специально подобрал, тоже сохранилась. То есть там весь лут сохраняется, даже если упал в пещеру. Обалдеть. А куда я их сложил? А, в печку, точно. Это я ее вечно использую как инвентарь, чтобы сложить все вот это вот добро свое. Так. А теперь... Ухи! Я не знаю, зачем я это активирую. Но, допустим, это надо. Допустим. Это надо. Ну, это, по идее, можно и деактивировать. Да? Нет? Нет? Да? Да, нет? Нет? Сколько же всякого говна вечно дропается. Ужас.
Отлично. Собираем все. Опять-таки же не знаю зачем, но пускай будет. Возможно, это просто как факела используется. То есть, чтобы освещать вот эту территорию темную. Но у меня есть хороший факел в руках, так что с этим точно не будет проблемы. 94 дня после падения. Хм. Значит, здесь они были, а потом мост специально обрубили, да, что-то такое видели, и такие, а, да ну нафиг, и мост обрубили, чтобы только вот эти скелеты к ним не подошли. Отлично. Мне это уже нравится однозначно. Только погоди. Оп. Воу, нифига себе, вот это тут веселье у вас. Жаль, меня не приглашали раньше. Уху. Какая сволочь стреляла? Я тебе сейчас постреляю, скотина ты там. Хоп-хоп. Отлично. Ой, что это у меня подлагалажно? Так, что-нибудь здесь еще будет интересное? Да черт его знает, давай, короче. Воу-воу-воу-воу! Так, смотрим по всем углам, закоулочкам, вот это вот и все. Обязательно. Вдруг... О! Вдруг какое сокровище? Или... Тройка скелетов. Так, лутаем все. Мне все пригодится. Ох, какого золотишечки-то сколько. Ух, прям вообще красота. Так. Мы осветим эту землю. О, добрый вечер. Ничего, оп. Твою мать. Кнопка Windows нажалась. Вместо того, чтобы нажать Alt, я нажал на кнопку Windows. Ну, сами понимаете, свернулось все. Да я тебе, если что, с кулака могу зашатать. Ты чё? Так, давай сводим здесь. Ничего. Оп, отличненько. Всякий шлак, но все же. Ах ты дурной. Выносливость закончилась. Не вовремя. Так, здесь тоже ничего. Ага. Слышь? Ага. Ты нифига себе. Невозможно взобраться. Интересно. И как мне туда пробраться? А никак. Я потому что что-то этого не вижу. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь было. Хоп. В жопу себе стреляй, дебил. Так. Задолбали. О, да ладно. Сам прибежал. Так, а что у нас еще есть?
Сначала хотел сказать, сначала надо убить лучника. Увидел второго, я понял, что... да. Такая себе идея, сначала убивать лучника, когда их всего... А, точнее, когда они сразу двое. Так, здесь у нас пусто. Невозможно взобраться. О! Здорово! Ой, да ты еще и светишься? Как мило с твоей стороны! Я могу факел выключить. Ай, ты дурак, что ли? Нифига себе! Костяшкой в нос! Это ж больно! А че как твои дубины по башке? Древний Кхари. Интересненько. О, слиток у него есть еще. Так, ну, я обязан тебя добыть просто. Кость. Всякая гадость опять выпала. Ну ладно. Протухшее мясо, кости. Это сразу же можно выкидывать. Ладно, горшки потом выкину. День 57. И да больше рядом в городе не осталось животных, и люди принялись есть людей. Да. Бывает. Бывает. Да ё! Такие просто какая кромешная тьма. Ужас. Нифига ж не видно. О, добрый вечер. Вы меня ждали? Монеточки. Сокровище! О, добрый вечер. Эй, слышь, монетки ты не собрал. Ну нифига себе, ты богатый, что ли? Сокровище! Ну это прям вообще... Моя сокровищница будет просто обалденной. Чё здесь? А! Погоди. Мне показалось, или были какие-то звуки? Не нравятся мне эти звуки. Лучше музыку включу. Так. О. А, был уже. Отлично. Вот как? Вот, казалось бы, я должен пролезть, но нет. Так, там какой-то сундук тоже. Слышь, здесь больше сундуков. Я достать не могу, чем до этого я думал. Ну вот что за... А? Это бесит. Реальный колодец какая-то, то ли музыка, то ли звуки, то ли чё. Ужас. Отлично. Да это понятно, что невозможно взобраться. От мне бы как-нибудь туда перепрыгнуть. Это бесит. Я вон здесь скелета завалил. Вылез он на меня дурной. Вы бы знали, как это бесит. Ужас просто. Твою мать. Даже если я буду пытаться, типа, кругалять делать для перепрыжки, все равно это не проканает. Это прям бесит. Ну, я пытался.
Я что-то со всех сторон обошел, что-то нифига я не нашел, как туда пройти. Я пытался изо всех сил... О, лотосок. Лотосок. Так. Ну и всякая гадость. Да пофигу на перегруз. Потом что-нибудь придумаем. Так. А, нажмите Е. Отлично. Кстати, здесь что-нибудь было? Здесь я вроде бы находил, да. Вроде бы все. Угу. Здесь на меня какая-то чудо-юдо напало. И сдохло пань, соответственно. Интересно, а чей это труп тут делает? В том плане, что я ж тут еще не был. Опять они с кем-то подрались, что ли? Где? Да лососни тунца! На! Это тебе, вонючка, получай. Так, всякая шляпа, шляпа, шляпа. Всякая шляпа дропается мне. И еще говница. А, это хорошая. Так. Ну, тоже опять труп валяется. И снова труп валяется. Ха, интересно. А этот труп, между прочим, босяка. Наверное. Не знаю, но в нем был шмат силы. Бесит меня что-то. Перевес уже. Так, а это я спущусь туда вниз. Грохнусь, точнее, я бы даже так сказал. Это, ой, это здесь больше подходит. О, как много разных сундучков. О, а вот это уже живой. Ну, хоть кто-то живой здесь попался мне. Погоди, тут что-то лежит. Отойди. Отойди, говорю. Спасибо. Вы нашли... А, это я нашел. То есть я не изучил тогда, я нашел эту сталь. А нафига она мне нужна? Если я из нее делать ничего не могу. Наверное. Блин, напишите в комментариях, реально, может я что-то пропустил, может я где-то что-то не нашел. Что это за сталь и... Почему она такая клевая, что ее можно только найти? Выпустите меня! Так. О, отлично. Но я больше ничего не вижу. День 48-й там был. Я тебе сейчас постреляю. Отлично.
надписи, и я явно не понимаю, что там написано. Отлично. Монеток налутался. Ужас просто сколько. Не, по идее монетки, если что, вроде бы можно перемалывать в порошок. В том плане, что для алхимической смеси, или как она там, нужен вроде бы порошок серебра и золото измельченное. То есть, как вариант, монетки все-таки можно перемалывать, если что, в это. Наверное. Я без понятия. Ну и, соответственно, делать эту смесь алхимическую. Ладно, давай сначала этого говнюка вольнем. Отлично. Ну, я иду, по крайней мере, верной дорогой. Раз фонари здесь есть... Значит, я очень даже верной дорогой иду. Отлично. Ну, не кисло дамажит, тут не поспоришь. Тихо. Хватит. О, там какие-то кинжалики, что ли, выпали? Да, вот они. Здесь 44, здесь 45, кровотечение. Ага, это накидывает болезнь, это ничего не накидывает. Кхарские кинжалы. А, пара кинжалов в этом высшем цивилизации. Интересно. А я, если что, могу эти кинжалы, допустим, чинить с помощью слитков? Ну так, спросил. Как говорится, мысли в воздух. Семки — это хорошо. Можно будет еще лотоса вырастить. А лишним не будет. Так. Опа, чё? А там какой-то мост. А и туда дорога, и к мосту дорога. Интересненько. Так, ну давай сначала не к мосту тогда, а вот сюда сгоняем. Ё-моё, здесь столько закоулок, просто ужас. Точнее, закоулков. Здесь, наверное, точно был уже. И к тому, что... Ай-яй-яй. Обследовать все это дело, не переобследовать. Есть что? А если найду? Ёб твою ж за ногу, еще и сюда спуск. Да вы серьезно?
Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у меня сейчас 3 развилки, да, пока что? Ну, давай сгоняем сюда. Здесь более тупиковые развилка. Угу. Отлично, правильно же сделал, что сюда пошел. Здесь более тупиковая развилка. И здесь чисто кругаль. Это хорошо. Один гештальт закрыт. Погнали вниз по воде. Посмотрим, что здесь. По идее, теоретически. Мост. Но это уже другой мост. Надо понять, откуда этот... Как сюда попадаешь? Не случим ли еще та же самая развилка, у которой я уже был? Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Хорошо. Две развилки сошлись. Отлично. Сейчас немножечко здесь пробежаться. Посмотреть ящички. Сундучки. А вот с чем найду. К примеру, как там. Теперь осталось понять, как туда обойти. Тихо. Вы рано пришли. Я бы к вам сам подошел. Вы, конечно, красавы, что пришли, но это было ни к чему. Я здесь пытаюсь понять, что у меня здесь светится нажать. Е. О! Сталь нашел. Отлично. Вот так вот случайно пробежался и нашел сталь. Неплохо. Так, топорик в руки. Здесь, по ходу дела, надо вот как-то здесь оббегать. О! Вот, отлично. Всякое говно, но все же. Самое главное то, что я здесь не бегал. Ну, в смысле, факел не зажег. О, и здесь тоже не бегал. Лотосек. Вот, еще сталь. Отлично. Больше стали. Я-то не против. Самое главное, она в таких местах, где, ну, ты как бы, может, ее и не увидишь. Конечно, самое смешное будет ее выкинуть случайно. Типа лутать, столько в этом случайно выкинул. Это будет крайняя тупость. Кстати, где я нахожусь вообще? Что-нибудь изменилось? А, не, я также и нахожусь здесь. Просто посмотрите на мини-карту. Где я нахожусь? То есть я просто в какой-то пустоте. А здесь на карте отображаюсь, как положено. А на мере не карте, как будто где-то вот здесь, то вот где-то вот, вот здесь. Хм, интересно даже. Если, к примеру, в прошлом данже там все правильно отображалось, да? То есть где я был, там и находился. То здесь как-то вот замудренно все сделали. Так, ладно, бежим к мосту. Так, я заходил отсюда, мост там. Да, у меня, конечно, топографический кретинизм, но не настолько сильно развитый. Это главное. Так. 3 дня после падения земля прекратила сотрясаться. Пыль улеглась, мы выжили. А, этот город под землю ушел. Но... Мир, которого мы знали, больше нет. Наш город поглотила земля. Многие погибли под обломками. Еще больше ранено и не может выбраться. Их крики разносятся во мгле. Но мы
не можем их найти. Почему Сет покинул нас? Это древний город, который ушел под землю. Интересно. Кстати, мне всегда было интересно, как может уйти город под землю, да? А потом сверху образоваться вот такой слой земли, учитывая, что здесь все. А, ну хотя есть и в скалами его завалило, слой земли. О, кстати, это, наверное, это был проход. Туда-сюда, плюс-минус. Да, наверное. Просто, получается, я обошел все это дело. Так. Новый город. Харская сталь. А ведь самое главное, эти скелеты кто-то же поднял. Этих скелетов. Вы не задумывались? Не может же быть так, что хоп, труп сам такой, а я захотел встать и пошел. Не, тем более скелет. То есть кто-то здесь изрядно, ну, попотел. Ну, здорово. Тут реально лучше сначала лучников размотать. Лутаюсь. Я, как говорится, не охотник за сокровищами, но мне довольно-таки интересно, что у вас вот в запазухе будет. Ну, замахивайся. Отлично, пошла комбинация. Тихо. Отличненько. Еще немного стали. Вообще супер. Так. Ну, еда мне с периодичностью тут дропается. Ну, хотя она у меня и так есть, но... Давай использовать то, что дают. Это, конечно, не подножный корм, но... Это намного лучше. Так, ну ладно. Откуда я пришел? Вот это и непонятно. Я пришел вроде оттуда. Но какого фига ты живой? Тихо. Не надо мне тут вот это вот устраивать. Да, отсюда я пришел. О, фигу он здесь заспавнился. Интересно. Ладненько. Здесь я точно был. Все разлутал. Туда не пройти. А здесь как раз этот здоровяк был. Все правильно. Так. И еще подвесной мост. Не стоит забывать и о нем. Подвесной мост обязательно нужно будет сходить. Ой-ой-ой. Чую, в этой серии мы больше никуда не пойдем. Это просто огроменные катакомбы. Это просто... Как? Огромные. Сходил себе за воином, называется, да? Не, слушай, знал бы, что здесь вот так вот будет, я бы, конечно, бы с собой бы взял. Ну, прокачалось бы, подкачалось уже. Ну ладно. Соло в чем-то даже легче. В том плане, что ни о чем не беспокоишься. Так, там скелетики валяются, там я залутался уже. Все нормально. Ну, теперь подъем наверх.
Самое главное, смотри, чтобы ничего не пропустить. Так, маленькая развилка наверх и вправо. Какое-то маленькая пещерка. Ну, здорово! Вот вас-то я здесь точно не ожидал увидеть. Ах ты, скотина, ты у меня плюешься. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, собака, ты нехорошая. Ядом они плюются. Вот реально, кого здесь не ожидал видеть, это пауков. Ужасно. Ненавижу пауков. Опа-на. Там босяка. Ты понимаешь, там босяка. Тихо-тихо-тихо, давай вот это вот без этого. Там... Там реально босяка. Ха. Так, погоди. Мне нужен посох. Мне нужен мой жезл. Жезл. Кстати, вот сюда я дубинку уже изнахатил, и сюда нельзя ничего накинуть. В общем, надо новую дубинку выбить и попробовать на нее затопленный этот накинуть. Затопленный. Ну, там типа деталь. Затопленная деталь. Потому что если нельзя ее закинуть, то это... Она типа... Да ты серьезно? Да пошел ты в жопу! Дебил! Где в задницу? Я хотел арену подсветить. Ну ты и жрабас! Не, конечно, спасибо за подсветку. Твою мать, нифига он плюется. Но это то же самое, как это, где изучаешь этого, Зато. Точно такой же. Ах ты скотина. Вообще, я хотел просто это, типа, осветить арену немножечко. Но если бы я знал, что она так легко сагрится, я бы сначала здесь осветил бы. Да иди ты в задницу! И нифига, да, не выпало нормального? Да бляха-муха. Ну, ключиков вроде бы у меня... А, не, может, ключик-то и выпал. У меня же был один ключик, я это... Потом, когда бежал, второй ключик у этого изнахатил. Ну, как обычно, у крокодила, короче. Ого! Сколько здесь... О, там этот... Топор разорителя? Добрый вечер. В общем, еще немного сокровищ себе налутал. В казну. Надо будет казну строить обязательно. В ближайшее время. А хотя нет, зачем сейчас строить казну? Я буду казну строить, когда уже новая обнова будет. Вот тогда и построим казну. А чё? Так. И что нам тут выпало? Вот это прикольно тут. Топор разорителя. Топор, покрытый странным налетом. Оружие, сминание щита, легендарный. Это топор позволяет улучшить лишь
Может, он это поджигать может? Ну, одноруч. ДПС то же самое. Ну, плюс-минус 3, это как бы это можно не считать. Но давай посмотрим, что он нам даст. Так, это я спустился вниз. Сейчас подъем наверх. Ой. Я еще не сходил на мост, если в что. Твою мать! Уроды, мать вашу, срань господню. Музыку-то зачем такую включать? Ублюдки. Кстати, а мост-то? А мост-то шел вот сюда. Ха. Может вернуться сначала на мост сгонять? Потому что что-то мне кажется, это уже прям конечный. Остановка конечная, возвращайтесь назад. Ладно, погнали назад, сгоняем. О, подожди. А, это фонарь, окей. Ну и естественно, я ушел очень далеко, поэтому даже эта здоровенная макака заспавнился. Вот что за беспредел? Тихо. Так, а мост у нас был где-то же здесь, да? То есть недалеко как раз таки. О, затупил. Это хорошо. В целом, ну, плюс-минус то же самое. Что мой палач, что вот это. Зато сталь можно пофармить. Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Да. Хилочку надо юзать. О, у меня же еще бинтики были. Бинтики не до бинтики. Ну ёп. Отличненько. Бинтики не до бинтики. О. Экономия. Ну да. Прям очень рядом это все дело находится. Не, давай попробуем от них убежать. Плохая идея от них убежать. А не, они сами не идут за мной. Окей. Хорошо. Угу. Вот этот туман мне нифига не нравится. Ой-ой-ой. Хотя бы фантомную мазь бы взял, что ли. Ведь были же хоть какие-то варианты. Нет! Даже не подумал об этом. Ведь видел же скелетов. М? Видел. Даже не подумал. Во-первых, у меня этой фантомной мази. Хоть жопу жуй. Я ее мог взять и... Как бы, оп, оп, фрагмент реликвий. Фрагмент реликвий. А чё я такое получил? Опять полка. Что я такое мог получить? Фрагмент реликвии. Да черт его знает. Чё-то прошелся и нифига. О, можно было зажечь. И двуручим бить. Ну ладно. Уже поздно. Так, все разлутываем.
Нажмите Е. О, 7 дней после падения. Он призвал обратиться к уцелевшим манускриптам в поисках того, что может нам выбраться. Ну, пом... В общем, это чувак писал, библиотекарь. Судя по вот этому всему описанию. Так, ну здесь больше ничего нет, да? Это алтарь, как вариант, сета. Потому что он писал, что, типа, он... Они, как бы, приносят подношение, а сет, типа, все равно возгневался и не отвечает им. Ну, в общем, здесь мы залатали все. Вот как раз-таки вот это была тупиковая ветвь. А не то, куда я пошел. Изначально. Ну, ладно. А в любом случае, возвращаемся назад. Да-да-да, вот вы, вот на вас вообще плевать. Так, не, погоди, сюда. Отсюда направо. По диагонали. Поворот налево. И вот он, тот мост. Я говорю, у меня хоть это топографический кретинизм, но не настолько все плохо. Да, вот они, чуваки, по новой заспавнились все. Но мне на вас плевать. Пошли в зад. В задницу идите все. Сходил на полчасика за воином, да? Не, ну зато весело. Интересно, что самое главное. Я об этой пещере ни разу не слышал даже. Я как бы знал, что типа здесь есть вот это вот винный погреб, или как там это называется. Про это я знал. И что здесь дубинку типа можно залутать и так далее. Но что здесь такие... Ох, бляха-муха, это деревья. Мне показалось, что это ноги большие. Что здесь такое большое подземелье, про это не знал. Либо не досмотрел до этого момента, я не знаю, как бы. Ну, в общем, да. Катакомбы здесь огромнейшие. Да, вот там я был. Нет, мне кажется... Или я там был? Наверное, я там был. Раз факела горят. Это ж вроде бы мои факела зажженные горят. Ну ладно, неважно. Ой, добрый вечер. Ага, понятно. Карабкаться нельзя. Нажимать ничего нельзя. Вот ты бешеная собака. Почему собака? Да потому что тварь косливая. Так. Самое главное вниз не грохнуться. Ага. Здесь можно было пробраться. Это хорошо. Да, добрый вечер. Да ты задрал, дебил, пошел в жопу. Я только замахиваюсь, на по башке. Я только замахиваюсь, на по башке. Сбивает мне. Все. Так. Давайте, короче, уже пещеру заканчивать. Я уже устал. Я уже прям физически устал. Не, здесь уже ничего нету. Игра меня жалеет. Только я сам себя не жалею. Я везде все пытаюсь проверить. Вот он, храм Сета. Отлично. Ну-ка, погоди-ка. Ну, а тут так нормально освещает. Ну, вроде бы ничего нету.
Я не знаю, что сейчас будет. Я думаю, я сейчас кого-то вызову. Ну, как бы это было логично. Ты что такое? Ты что такое? Слушай, надо было 150 раз подумать, прежде чем зажигать все факела. Это как это... В тупых американских фильмах про детишек, которые демона вызывают. Они сначала делают, а потом думают. Какая тупость. Погоди. Погоди. Да, вот так сделаю. Кстати, вон свет вообще-то. Они могли, если что, отсюда всегда выбраться. Вон у них храм. Три черепа. Твою мать. Отвратительно. Так. Благо у него паттерны дебильные. У меня больше вопрос, сколько я ему отнимаю. Ну, как и всем. Это надолго. О! Это что-то новенькое. И мне это явно не нравится. Я его догнал до определенного числа урона. Он просто исчез. Сначала он тупица такой. Прям тупица тупицей. И после того, как я ему нанес определенное количество урона, он стал вот так делать. Ублюдок! Читер! Козел! Ты бы хоть предупредил. Благо хоть это, благословение Митры у меня есть. Типа урона силового оружия. И от после переката у меня урон увеличивается. Это вообще... Ты чё? Бешеная собака. Хотя, если честно, было бы очень смешно, типа, драться с этим боссом и в итоге поломать все оружие. Кстати, ты ж демон. Ты ж демон, добрый вечер. Да-да-да. Ага. Ну здорово. Ты же не нежить, да? Ах ты скотина! Не работает! Я пытался. Так. Что еще можно испробовать? Давай испробуем новые какие-нибудь кинжалы своим. Новые кинжалы? Давай их испробуем. Ну, я пытался попасть. То есть прям урон из разряда ни о чем. Твою мать. Просто по щам. Одно хорошо. Он медленный. Тупой. Просто да нельзя. То есть вот, к примеру, я сейчас отойду, он будет ко мне идти, а я в это время могу шмотки поменять. Да ёб твою за ногу. Одно плохо, размах у него титанический. Да и я не лыком шитый. На нафиг, пощечило просто с размаху. На нафиг опять. Эх, красота. Ужасно. Благо хилки с собой запасом ношу. Просто... Это было бы тупо. Тупо сюда прийти без хилок. Ой-о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 й. Вот тогда он это... Ну сейчас-то я уже знаю, чего от тебя ждать.
Да ты пошел в жопу! Серьезно! У вас осни тунца! Чего? Ищи спавнит их! Ладно. Побегаем по кругу. А че так темно? Свет включи, дебил! Да не такой! Да спасибо, можно было и без света обойтись тогда. Ладно, все, включай свет. Ёб твою ж за ногу. Так, погоди. Серьезно, да? И ты опять свой тупой режим включил. Окей. Тихо. Подожди, ты что, их спавнить что ли постоянно будешь? Так, ну одного я замочил. Ох, у меня плохое предчувствие. Тихо, тихо, пошли в зад, дебилы! Вам ничего не видно? Вот и мне не видно. Так, это плохая идея. Нет, дубинка хорошая. Темнота плохая идея. Так, они скрылись. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Слышь, я тебе сейчас плюну. Тихо. Плюется у меня тут. Вот этих лучше убивай. Что-то мне подсказывает, я сюда зря пришел. Так, не, надо везде сейчас пройтись, чтобы они вот так, да, потому что они вот встают на место, они это исчезают. Вот ты посмотри, какой быстренький стал, козел, еще плюется. Да, я с них лут лутаю. А чё? Мне все равно ходить по этим территориям, чтобы это. Жопу себе плюнь, дебил. Я по ней могу ходить? Нет, я по этой блевоте еще ходить не могу. Отлично. Ну, я должен был это проверить. Ай. Видали цифру? Это, полоска-то была в другую сторону. Вот факела вырубил. Точнее, костры. Гнида. Лысая. Это ёб твою ж за ногу. Лежачего бить, ну ты и гнида. Так. О, я ему эту блевотку что ли сбил? Прикольно. Так, погоди-ка. У меня жажда появилась. Жажда появилась, это плохо. Так, не понял. Что там было? У серого лотоса. Урон силового оружия. Вы слегка пили. Урон силового оружия. Допустим. Что у меня с водой? С водой все еще дерьмово. Это за воду не посчитала. Отлично.
Да хорош махать уже свой. Вау! Добрый вечер. Подожди. Бухну. Ох, сейчас опохмел-то будет. Вот, пошло похмелье. Ну, зато должно остаться урон силовой. Похмелье, запас сил. Это понятное дело, это фигня. Чё-то плохое предчувствие! А, естественно. Ты главное, твари не вызывай! Пожалуйста! А! А, не вызвал! Фух, не вызвал! Еще бы попадал бы. А, это просто блевота. Запастил? Так, пятерочка. Бухнуть не даешь, спокойно, ирод проклятый. Ну, демонюга жиробасная. Убил бы того козла, который здесь оставил такой легкий ритуал. Поджечь 5 костров. 6 костров. И чё с этого будет? Ну, подожди, костры. What the fuck? У него еще столько было здоровья много. В смысле? У него еще здоровья так много было? Ну окей. Я не против. В итоге с него ничего не дропнулось, да? Кроме всякого шлака. О! Свиток оружия Тхари! А может, это с него дропнулось, я не знаю. Но свиток оружия Тхари. Ай, почти, бляха. Кхарская пика. Кхарские кинжалы. Топор. Лук. Молот. Ой, по микрофону ударил. И огромный меч. Надо будет их, конечно, сделать. Надо посмотреть, что они из себя представляют и какие статы накидывают. Точно ничего нету. Я сюда больше не хочу возвращаться. Никогда. Максимум с рабом. Ублюдки, болельщики, да? Ну, я видел, что сверху тоже было такое ограждение, типа, чтобы спуститься сюда не могли, и кто зашел на арену, типа, и вот он только и был. Как вариант. Стоять. Казалось. А, это просто было. Под другим углом, так сказать. Здесь ничего нету, да? Давай вот без этого. Фига себе. Фризанула игра. И это причем просто она фризанула.
То есть не что-то... В это подземелье именно вот она что-то это... буянит. Так, надеюсь, там по верхам-то ничего нету? Ага, а здесь мы подняться и не можем. Да, здесь все закрыто. Здесь мы и подняться не можем. Погоди! Это я оттуда пришел! Вот оно что, Петрович. Это оттуда я пришел. Потому что вот этого я точно не помню. Нормально так кого-то приплюснуло. Какого хр... И меня просто сюда телепортировало. И все. Не здрасте тебе, не до свидания. Просто тебя телепортирую нафиг и все. Сколько всякого говна я там лутал. Не счесть. Но самое главное, это кхарские слитки и изучение кхарского оружия. Да уж, а где у меня эти слитки хоть? Ну да, еще вот этих вот, как там они, сокровища для сокровищницы, тоже норм тема. Так, кто увидел слитки? Кхарские. О, 25. Нормас. Нормасно. Больше туда не ногой. Пошло все в жопу. Полтора часа видос. Не, ну если вы до этого до конца досмотрели, ну это просто мое уважение, ей-богу. Час 20. Ну и в этот раз даже, вот даже вот начало-то было быстренькое. В сравнении. Это я просто в этой дебильной пещере больше часа тусил. А если прибавить то, что я за кадром бегал, это, короче, просто... часа полтора, почти два часа бегал. В общем, народ, мое уважение тем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, и, конечно же, делитесь моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.